В этом видео я покажу, как приготовить по-настоящему сочную и вкусную куриную грудку. Для этого мы ее приготовим на пару, не используя электрическую пароварку. Главный секрет в маринаде с использованием растительного масла, которое окутывает мясные кусочки и сохраняет сок внутри филе. Получается нежное, сочное мясо. Куриное филе по этому рецепту готовится очень быстро и просто, справятся даже начинающие хозяйки. Куриное филе хорошо промыть и обсушить бумажным полотенцем. При необходимости обрезать жир, который может встречаться на филе в небольшом количестве. Кусочки мяса наколоть с одной и второй стороны тендерайзером, размягчитель мяса. Можно использовать обычную вилку. В глубокой миске смешать растительное масло без запаха и соевый соус. Куриное филе по вкусу подсолить с обеих сторон и опустить в маринад. Оставить мариноваться на 15-30 минут, можно и больше. Готовить грудку можно в пароварке, в мультиварке с функцией пароварки или, как я буду сейчас показывать, в кастрюле со специальным вкладышем. Воду, которая будет давать пар, будем ароматизировать. Можно использовать те коренья или те специи, приправы, которые есть у вас на кухне. Например, почистить и промыть лук, корень сельдерея или стебель сельдерея, положить в кастрюлю. Добавить промытую зелень со стеблями, лавровый лист, смесь перцев горошком. Влить в кастрюлю, в данном случае понадобилась 2-литровая кастрюля, можно кипяток, чтобы ускорить процесс закипания. Сверху установить подставку для приготовления. На дно кастрюли выложить маринованное куриное филе. Накрыть кастрюлю крышкой, засечь 15 минут. Этого времени будет достаточно, чтобы филе приготовилось. После этого выключить огонь, но крышку не открывать. Оставить грудку под крышкой еще на 10-15 минут. Куриная грудка на пару готова. Сразу подавайте к столу, разрезав на порционные кусочки. К мясу можно подать салат из овощей, крупяной или овощной гарнир. Приятного аппетита! Меня зовут Дарья Черненко. Подписывайтесь на мой канал «Меню недели», чтобы у вас всегда были проверенные и вкусные рецепты, которые можно приготовить быстро и просто.